Благоустройство дворов, мусор, ямы. Более 1000 обращений на портале «Добродел» за минувшую неделю были связаны с содержанием территорий. В округе свыше 900 детских игровых площадок. Их состоянию, как и раньше, уделяется повышенное внимание. Более 50% требуют модернизации. Соответственно, все старые детские игровые площадки, они нуждаются в регулярном обеспечение текущего содержания. И в связи с этим у нас вот на протяжении лета, к сожалению, не снизилось количество жалоб. Обходы территории будут чаще, а внимание к детским площадкам еще пристальнее. Модернизация тоже в плане. Впрочем, по другим категориям обращений стало меньше. Еще одна тема еженедельного совещания – увеличение доходов местных бюджетов за счет земли и имущества. В этом году рост может составить 10%. В первую очередь, благодаря вовлечению незарегистрированных объектов недвижимости в налоговый оборот. На сегодняшний день уже в бюджет Одинцовского городского округа поступило почти 1,8 миллиарда рублей. Мы на 79% исполнили уточненный годовой план и исполнили тот план, который первично перед собой поставили. Уже реализовано 50 лотов на право заключения договоров, аренды и купли-продажи земельных участков. Это принесло в казну муниципалитета 189 миллионов рублей. К реализации планируется еще 20 лотов стоимостью 75 миллионов. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».